Четверо из пяти одесситов довольны работой городского центра «Админуслуг». Обращаются люди в структуру в этом году в полтора раза чаще. Из наиболее острых вопросов – оформление ID-паспортов для физлиц и разрешения на наружную рекламу для юридических лиц. Об этом стало известно на презентации результатов социологического исследования информационного центра «Пульс». У нас хороший фидбэк есть от посетителей, мы знали свои болевые точки. И в какой-то момент, когда нам начало казаться, что у нас все хорошо, мы подумали, что теперь нужно, чтобы профессионалы все-таки профессионально это исследовали. Мы обратились к нашим друзьям-партнерам, и они опросили в телефонном режиме наших посетителей 2018 года. Предметами опроса были причины обращения в центр админуслуг, качество снабжения информации, актуальные проблемы и предложения для улучшения качества услуг. По данным исследования, 80% людей довольны тем, как решались их проблемы. Оказалось, что преимущественно среди физических лиц это женщины. Они чаще, чем мужчины, обращаются за получением таких услуг. Что касается возраста, то тоже есть различия. Среди физических лиц достаточно сильно выделялась группа молодых людей, это 18-29 лет, что в принципе объяснимо, поскольку основной услугой, которую получали граждане, это является получение паспорта, гражданского, заграничного, замена фотографий, прописка и так далее.